Для того, чтобы избежать конфликта с белорусской милицией, Амигос решили стать белорусской милицией. Читайте на заборах, приехали миндяры. Дубинки мы не взяли, чтоб не смущать людей. Распахивайте дверцы, пришли в погонах перцы. Менты и КВН, ведь вместе веселей. Не бей по голове, дурак, помнешь его пилотку. Давайте лучше глянем, кто сидит в жюри. А может им подарим пузырь ментовской водки? Ты чё, в жюри Быковский? Тогда бутылки три. Во время нашего выступления вы имеете право хранить молчание. А все, что вы бросите на сцену, может быть использовано против вас. Вот вы думаете, что все менты изверги, да? А между тем, в милиции очень много честных и порядочных людей. Слава богу, никто из этих лохов в нашу бригаду не попал. Криминальная хроника! В Минске увеличилось число автокатастроф. А все потому, что началась новая акция! Спаси семью! Не дай теще сесть за руль! Трезвый! А вот российская певица Земфира недавно вышла на концерт в состоянии глубокого похмелья. Думал, скажи, эти пробки... Да, мужики! Весна! Удивительное время! Вот я недавно сколотил скворечник, а в нем поселились бомжи. А как они там поместились? О! Ты не знаешь, какие я колочу скворечники! Армен, а у нас и для тебя две новости. Одна плохая, вторая очень плохая. Ну, давай с плохой. Армен, ты похож на женщину. А очень плохая? Ты некрасивая женщина, Армен. Пойду напьюсь! А у нас реклама! У нас в деревне 200 женщин и только один мужчина. Поэтому мы частенько приходим к нему домой. Эх, хорошо иметь деревню в домике. Армен, что ты делаешь? Пиво Очакова! Живительное пиво! Армен, в Белоруссии... Армен, в Белоруссии живительное пиво – это Оливария! Чё, правда? Конечно! Пойдем проверим. Наш Армен вообще как ребенок, верит во всякую чушь. Помогите! А у нас в эфире передача «Кто это было?» «Как это было?» И сейчас вы увидите сюжет о выступлении в Солт-Лейк-Сити латвийского фигуриста Валдиса Слуцкиса. А сейчас произвольная программа Валдиса Слуцкиса! Господи, под какую зажигательную мелодию он выступает? Это же саундтрек из кинофильма «Затаившийся латыш и бегущий эстонец». Ай да Валдис! Он сделал фляг! Господи, как грациозно он флякнулся, а! Сразу видно замечательную латвийскую школу по фигурному катанию по полу. Браво, Валдис! Мы победили, Валдис! Ну, осталась небольшая формальность оценки жюри. Нет! Нет! Они что, все с ума посходили? Что они с нами делают? Хватит издеваться над Латвией! Все, пора брать чемоданы и уезжать из этой Америки. Все, хватит! А сейчас свежая сказочка. Свет мой зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее? Ты прекрасней, спора нет. Но за то, что ты от моего мерса отломала зеркало заднего вида, я тебе сейчас дам в репу, поняла? А сейчас сенсация. Алла Борисовна Пугачева после дуэта с Галкиным решила спеть дуэтом с Телепузиком. Смотрим. Привет. Привет.
Кстати, а вы слышали, что известный композитор Владимир Шаинский недавно пропал без вести? Да, и его жена смогла до него дозвониться только вчера. Алло, Володя, ты меня хорошо слышишь? Хорошо, дорогая. Володя, ты уже 2 месяца не ночуешь дома. Что случилось? Хорошо, дорогая. Что хорошо? Хорошо, на детской ярмарке, на Туська. А у нас фантастическая новость из Беларуси. Александр Лукашенко сменил своего имиджмейкера. Здравствуйте. Вы меня не узнали? Я Александр Лукашенко. Просто вчера я сменил своего имиджмейкера. И вообще, я считаю, что каждый президент должен хоть раз в жизни поменять своего имиджмейкера. Я правильно говорю, Владимир Владимирович? Базаров нет, Сашок! Кстати, вы еще Джорджа Буша-младшего не видели? А закончим мы на философской ноте. Мыло сушит кожу, но дав не мыло. Канадские хоккеисты обыграли белорусских, но шведские хоккеисты не канадские. Запад совсем не любит Беларусь. Но Латвия не совсем Запад. Наш бурный век перемен, в нем много краж и измен, поджогов и катастроф. Порой нам всем тяжело, но мы стремимся давно шутить, играть в КВН. Мы изменили этот мир, он стал теперь совсем другим. Игра, с которой вы на ты, в нее играют все менты, менты, менты. Для мента нет тем запретных, жизнь летит подобно ветру.